Диадема. Посох. Двуручное оружие. Сила нужна. Сфера хаоса. Ну и чё, куда мне? А где их найду? Еще оставшиеся органы где-то найти надо. А вон Вера у нас тусит. Тусит. Портал. Прежде чем мы начнем действовать, сообщать тебе стоит понять одну важную вещь. Я не сожалею об одном своем поступке. Я хотела выдернуть человечество из липкой грязи привычной глупой плоти. Я ошиблась, но не в целях, а в средствах. Шло время исправить свою ошибку. По сути, это не я помогаю тебе. Изгнанница, это ты помогаешь мне, я жду органы, как Патриции, новую рабыню. Они же у тебя? Только одно. Малахай прекрасно понимал, что делает, когда создавал машину очищения. Чтобы открыть вход средоточия тьмы, Вере нужны три органа Малахая. Найдите два оставшихся органа. И идем дальше. Нет. Чтобы в эти средоточия тьмы убить трех стражей Малахая, отнесите двери органа Малахая. Малахай да Эдры победить надо. Так, что-то у меня неудобная мышка лежит. Из-за этого бегать было проблематично от Веры. От ее супер магии. У меня мышь сползла с коврика. Ой, нет! С коврика! Блин. У меня здоровье не восстанавливается.
Добили. Еще один оставшийся орган. Убить Малигару нужен. Еще одно чудовище осталось. Чтобы выполнить квест. Свиток портала. Серебряная монета. И последний остался. Пойдемте последнего убьем. Почему я не могу никем лечиться, елки-палки? Мобов-то вообще сюда, что ли, нам не присылают? Чего у меня нет места?
Закон жизни, так, чтобы открыть вход, нужно отдать все органы вере. И тогда у нас будет открыт вход в средоточие тьмы. Ты прошла долгий путь со дня нашей первой встречи. Сестра, как просто было покончить с тобой раз и навсегда. И к чему это привело? Мы сообща пробуем уничтожить величайшую угрозу. Я пошла. Нужно убить Малахая. Вместе с Верой? Магия дебильная просто. А чё он не умирает-то? А Веру-то зачем убивать? Не поняла. У нас с ним заодно? Не понимаю. Не понимаю, почему Вера... Ее тоже надо убивать? Я ничего не читала. Что там написано было? Вера помогла нам открыть проход. Победите Малахая, чтобы уничтожить зверя. Вот что я получаю за попытку быть героем. Кто бы мог подумать, что ты настолько сильна, а теперь я знаю, что не убив тебя в тюрьме. Ладно. Че, он переместился куда? Наконец-то посмотрим, действительно ли ты поймешь суть этого кошмара. Блин, а я кого бью-то? Когда надо сердце зверя бить. А, сердце зверя надо бить. Чтобы можно было открыть его ауру. Нет.
Слушайте, я застряла. Забили тебя. Так, задание выполнено. Выполнено. Мы вошли в сосредоточие тьмы, убили Малахая. Вернемся тогда. Если не понимаешь, начинай бояться. Таков первый урок, который запоминает ребенок. Дашред возвеличилась, но как и все мы, вернулась в пески в Астире. Знамя Дешрет развивается на ветру и у входа в шахты. Голодная тьма манит к себе, ждет пожива. Теперь это и слепому видно.
Вера, она еще жива. Тогда надо снова ее убить. Так что она не воскресла. Так что она... У меня есть еще два таких флакона. Раз, два, три. Еще один святой флакон маны. А что будет, если три святых флакона маны? Да. Нам перекрафтить. Интересно. Благородный флакон жизни. 20% шанс получить заряд флакона, когда вы наносите критический удар. Тридцать процентов увеличения объема восстановления, 22% увеличения количества используемых зарядов. 16 уровень. Так, волшебные до уровня редкости. 3 обычные до редкого. Уклонение 96.